Всем привет, уважаемые мои товарищи, зрители моего канала Дмиван. И, ребята, у нас новое задание за Тревора. Больше заданий никаких нет, так что мы играем только за него. И сейчас я хочу посмотреть, что у нас с оружием. А с оружием все не так весело. Дробаш и пистолет, да? Надо, наверное, в амунацию заехать, взять бронежилет и взять какое-нибудь оружие еще. Кстати, у Тревора вообще деньги-то есть? О, нифига себе, 100 тысяч у Тревора. Он у нас самый богатый получается, ребят. Так, давайте свет включим дальний, чтобы легче было. Так, где у нас есть амунация? Вон амунация. Я немножечко не туда поехал. Кстати, ребята, надеюсь, вы поддержите мой канал, поставите лайк. Я все-таки как-никак стараюсь, и качество видео улучшил, и четче все стало, и скоро будет GTA Online. Надеюсь, с другом буду играть. У друга, правда, времени меньше, чем у меня, так что хрен его знает. Ну, посмотрим. Так, и, кстати, делаю небольшой монтажик. Итак, друзья, мы закупились, приоделись. Не приоделись, конечно, просто закупились. Но теперь я чувствую себя намного увереннее. Так, и теперь у нас есть два задания. С вот это вот и Т. Не знаю, что, куда ехать. Ну, Т это, наверное, у Тревора все-таки. А С... Я даже не знаю, что это за С. Давайте съездим на С. Посмотрим, что там. Может, это место, где будет крутая перестрелка. Опасная очень. Так, куда ты едешь, товарищ дорогой? Давайте на С съездим. Потому что Т это, я так понимаю, задание от Рона, наверное. И поэтому сначала мне хочется сюда все. Так, а здесь что вообще? А, ну да. Я знаю, сейчас будет боль. Сейчас будет боль, ребят. Наверное. Так. Не сейчас. Сейчас будет просто простое задание. Эй! Козлывыч. Тревор, я тебя все еще не обслуживаю. А как насчет тех двоих? Они еще не попали в черный список. На, блин. Ха-ха-ха. Он победил. В черный список его. Не могу, он мой муж, черт его дери. Он тебе в сыновья годится. Интернет отличная штука. Не правда ли, дорогой? Как бы то ни было, я спас его жопу. Так что наливай. У меня встреча. Ладно, еще один раз в моем баре, и клянусь, я перестану тебя обслуживать. Понял? О, узкоглазый пришел. Мистер Чен. Вот он этот, похож на какого-то разработчика корейских ММО игр, который нажрался впервые, наверное, за всю свою жизнь. О, да, чувак, мир во всем мире, да? Что это за придурок? Я пошел. Прошу вас, не уходите, вы что? Его отец убьет меня. Да мне-то похуй. Мы же слышали про Тревор Филлипс Корпорейшн. Мы даем хорошую цену. Большие деньги. Ну, я покажу вам производство. Поехали. Так, доберись до лаборатории по производству льда. Так, шеф звонит. А, вот сейчас будет же побольное задание. О-о-о. Сюда едут ацтеки. Класть на них. Короче, жопа сейчас будет. Я помню это задание. Блин, я заметил, что у Тревора все задания же побольные.
Реально. У Тревора все такие задания. Я у него не помню каких-то простых заданий. Все у него очень такое вот. Это наши гости, у всех мистер Чен и его покорный слуга. Обнимашки, куда без них. Рад знакомству. Тревор, у нас мало времени. Давай залази туда. Давай залази, чувак. Что там внутри, лед что ли, реально? Так, ладно, сейчас будет, короче, жопа. Сейчас будет жопень. Так, а можно мне мой автомат? Я его только что прокачал. На, сука. Ой. Ни хрена себе. Так. А можно мне реально мой автомат? У меня же есть свой или нет у меня своего автомата? Ладно, хуй. Так, я не вижу никого, где они есть-то. Давай быстрее перезаряжайся. Так, подождите, я хочу, можем мне мой автомат взять? Он у меня вроде как прокачанный. Так, мой чувак куда-то убежал. Давайте-ка сходим за ним. Он, наверное, знает, что делать. Так, а где мне спрятаться, прикажете? А? На, сука. Так, они сейчас сюда пойдут, да, по-моему? Я помню, что один должен сюда прийти. Это уже аксиома просто. Так, он будет вставать-то или что? Или... Блин, классный у меня автомат. Блин, обожаю калаш, вот реально. Вот чё-чё не говори, а калаш я обожаю. Так, ну и чё? Кстати, этот тоже хорошо стреляет. Он мне напоминает тесака. Он реально похож на Максима Марцинкевича, кто в курсе. Который окупает педофиляй. Он очень на него похож, кстати. Бля, взял меня, попал, пидор. Так, что теперь? А, теперь мы идем назад, и сейчас поедут машины. И надо будет из граника по ним хреначить. Так, ты куда ушел-то, блин, чувак? Я тебя потерял. А, даже так. Нате, козлы вонючие. Знаете, меня иногда спрашивают, а чё я так не пользуюсь особенностью наших этих чуваков? А давайте, почему бы и нет? Блин. Только я думал, что сейчас это. На, сука. На, блин. Вот этот ад. Так, стой. Куда ты пошел? Рано я, да, расстрелял, наверное. Сейчас прям так. На, сучка. На. Все, не думал, да, что я такой крутой. Так, куда теперь бежать-то? Еще куда-то? Ну, чувак, ты меня загонял прям. Ой. Я, видать, не сюда, да? Ты где есть-то, блин? Я тебя потерял, чувак. Блять. Блин, где он есть? Я его вообще потерял. Ты где, чувак? А, он внизу. Ну ты, надеюсь, там без меня проживешь немножечко.
Надеюсь, тебя там не грохнут без меня. Блять. Давай, сука, подходи. Подходи по очереди. О, я как гангстер прям. Прям из-за двери выхожу. Да куда вам до нас? Куда вам до Тревора Индастрис, блять, корпоратив? На, сука. Все, да? Давай. А, одного я все-таки срубил. До этого далеко. Ушли пидоры. А, ну неплохо мы тут повоевали-то, ребят. Устроили мы им настоящий ад. Ну чё, блин, чувак? Кажется, мы видели достаточно. Все, короче. Да, точно тесак. Ему стрижки не хватает, магавка. Так, ну все, ребята, чё, садимся в тачку. Я даже не знаю, это, наверное, может быть какое-то короткое задание. Ой, куда я сел? Это же не моя машина. Нахрен я в нее уселся. Значит, с каким-то налетом белым. Чтобы поговорить с пешеходом. С каким пешеходом? Чё за хрень? Какими я должен пешеходами поговорить, ребят? Чё за хренотень-то? Ну чё, ребят, в принципе, неплохо мы побегали. Можно еще заехать броник взять. Еще один. У нас, как оказывается, Тревор самый богатый. Да что у Майкла денег, кот наплакал, что у этого. Пойду я возьму это, как он. Броник еще один. Все-таки полезная вещь, ребят, броник. Очень помогает. Так, патроны нужны мне какие-нибудь еще? Так. Мне там какую-то ачивку надо было сделать, прокачать этот, как его... Так, все. 60 патронов. Так. Enjoy. Мне надо было прокачать пистолет какой-то. Это мой, да, пистолет? Это как его? Мне вроде как должны за это что-то дать. Так, давай большой емкости. Это... Блин, это уже не пистолет получается, а хрен пойми что. Так, армейская расцветка. Золотой пистолет. Круто. Во, ачивку дали мне. Я ее и хотел. Охренеть, у меня пистолет теперь будет. Во, и граник есть. Так, ну все, ребят, давайте тогда на этом закончим. Я не знаю, длинное видео получилось или короткое. Ну, лишь бы было хотя бы минут 15, это хорошо. Просто я не вижу смысла сейчас брать еще одно задание, потому что если это то, что я думаю, оно будет длинным. Так, татушечки, это все оставим пока, не будем тратить деньги. Пригодится еще. У меня же, кстати, и гранаты есть, если что. В общем, ребята, давайте тогда на этом остановимся. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. До новых встреч, ребята.